Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как Aprici Coin. Итак, Aprici Coin – это криптовалюта, которую вы можете купить и отправить другим в знак признательности или в качестве небольшого подарка. Его основной вариант использования – это сказать спасибо на форумах, блогах, проектах с открытым исходным кодом и любых других социальных сообществах или проектах. Для получателя монета – это не только приятный жест, но и полезный токен, который можно повторно использовать и поделиться с другими или обменять на другие криптовалюты. Вот некоторые примеры, как можно использовать данный токен. Это награждать членов своей команды за хорошую работу в успешном проекте, или ценить того, кто помог вам в блоге, форуме или с видео на YouTube, и поддерживать отличную идею, проект с открытым исходным кодом или все, что вы хотите. Конечно, это весело, чтобы получить некоторые ценят монеты и поделиться ими с другими. Однако монета была выпущена как долгосрочный проект, направленный на увеличение полезности и, следовательно, стоимости каждой монеты с течением времени. Данная монета это никакой инфляции, количество монет было ограничено в общей сложности в 2 миллиона 200 тысяч монет уже на момент создания смарт-контракта. Их больше никогда не будет. Блокчейн гарантирует это. Только 1 миллион монет доступны для продажи, когда они становятся публичными. Техническая интеграция, WordPress и другие блоги и инструменты социальных сетей, а также предстоящее приложение увеличат использование Aprici Coin. Если это всего лишь один клик, чтобы отправить ценную монету кому-то другому, люди будут использовать свои возможности. Также это растущие варианты использования. С ростом распространения ценной монеты с течением времени будут появляться все больше и больше вариантов использования. И все больше и больше людей будут владеть некоторыми ценными монетами, что сделает доступными токены более редкими и увеличит спрос на токены. Также это простота крипто-торговли, хотя в наши дни это все еще создает некоторые препятствия для покупки торговли экзотической монетой, такой как APPR. Эти препятствия больше не будут существовать, когда крипто станет мейнстримом, что еще более увеличит спрос на ценную монету. На сайте полностью опубликовано руководство, как можно будет приобрести данный токен. Непосредственно торговать и обменивать свою монету на самом современной платформе DeFi, DEX, такие как PancakeSwap. Функции социальных сетей позволяют вам делиться своими ценными монетами со всем миром или отправлять их другому человеку. Совсем скоро уже выйдет мобильное приложение для Android и iPhone, и сможем использовать данный продукт. Первичное размещение монеты начинается, то есть ISO начинается с 19 июля и по 7 августа 2021 года. Монета Aprici Coin будет осуществляться в 3 этапа, включая частную продажу для ранних инвесторов. Обязательно следуйте в Твиттере и присоединяйтесь к Телеграму, чтобы не пропустить ни одного важного объявления. Данные проекты построены на технологии сети Binance Smart Chain, и сайт опубликовал официальные адресы смарт-контракта, чтобы никто не попал на фишинговый сайт. Ну, на этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.